Ну они половинчатые были. Кузов 5-25. Длинные, да, такие, но эти были половинчатые. Ну как на КамАЗе, меньше. А кумы новые, 2 года. Карбина, диск. Новые, стартер новый. Гильзы. Да я вот положил на холод. Летом не надо. Гильзы, поршня, кольца, пальцы новые. Головки перетирал, отдавал мужику. Он перебирал их. Проверял, опрессовывал, как называется, да? Пальцы смотрю, мажут у них, да? Не разбитые на рисунке. Да вот что-то это. Холода пошли, блин, из-под патрубок, вон там хомут, слабые. Что-то закапало. Где? Не посолзали, да? Конечно. Ну, я говорю, у вас не часто ездили. Ну, раньше часто вообще ездил, а сейчас все, работы как бы нет, поэтому я и тебе говорю, у меня просто стоит газет, меня ждет, понимаешь, мне деньги надо дать, чтобы я газет забрал. А газет почему не беру? Потому что у меня супруга занимается окнами, дверями. И вот как бы на этом-то как я буду между подъездами этим? Хочешь стартануть? Давай. Еще знал, где тут у нас стартует. Еще тут, еще. Минус какой в нем? Ну ты на дизелях работал? Здесь вообще по паспорту у них раньше написано, мы читали, что минус 15 не рекомендуется эксплуатация, прикинь. Но мы ездим, я в 30 ездил. Здесь почему? Атмосферник, он просто, когда уже 0, да, минус там 5 градусов, да, он же не так, как КамАЗ заводится и МАЗ, блядь. Ему надо обязательно маленько подогреть. Вот. Нажимай на педаль газа. Кнопка, видишь, он красный. Вот, давай. Не, там все нравится. Ой, подожди, давай я сам заведу. Ну, он умеет тоже с него. Не дожал, наверное, кнопку. Просто я стартер не хочу. Новый, мне жалко его. Брал его от Мерседеса. Обрезали уши. На Мерседесе там 3 уха. Я знаю, а здесь он на хомутах у него, да? Да, мы эти отдавали, я брал его за сколько? За 18500. И плюс доработающий. Ну, короче, у меня 22 вышел на общую стоимость. Вот видишь, я только подогреватель включил, и ты подъехал. Сейчас маленько нагреется, он прям с полтыка. Ну, понятно. Тем более свечей накалано и ничего нет. Нет. Я просто из опыта, я уже один стартер по неопытности. Да понятно. И аккумулятор упал. Я даже, бля, как-то поехал сюда. 10 литров. Ну не 10.
есть, и там 13. И начинает уже эти коробы. Тут уже не спортивные. Понятно, но вот если хорошо, то не спортивные. Нет, здесь просто стоят. Здесь мост стоит беговой. А самосвальный, беговой. Я право бью с этой. Вот мы столько на лодке. Больше 10 лет. Машинку убрали, да? Нет, заебал, блин. Постоянно ездит на деревне. Я из пяти догнаю. На место, блядь, заебался, блядь, все надо. Полсаков, ты смотри, он будет наш. Да, да. Вот недавно, блядь, туда же вот. Гоночные запчасти, вот эти, вот. Да просто без... Я еду с травами, блядь, половина дров, половина навоз. Он, блин, ну, пиздец, уже как надоел. Мало того, что я такой врагом, иди ты нахер, я не вижу такого. Почему такой? Потому что я не вижу. Я же предприниматель занимаюсь. Я предприниматель, я занимаюсь. Понятно, что не занимаюсь. Вот. И тогда не надо, если ты не занимаешься, ты занимаешься. Машина, блин. Конечно, делать на ней особо нечего. Но опять же и деньги не такие уж великие, просто. По цене металлолома ни хрена. Для коллекции. А при чем коллекция? Надо у Андрюхи Исакова узнать, он Шипунова обанить собирает. Вот, видишь, уже нахуй тема. На поток у него поставлено. Из Китин, Черепанова, Берск. В сторону Барнаула возит. Он их уже дохуя любит. Вот ему позвонить, узнать, блядь. Снимай, а он... все это, блядь.
Красота! Смотри, тут даже каруселька есть. Чёртова колесо. Под трансформер улазил. Сибирский планетарий. А сейчас на Бугринский мост и попрём. Мы находимся, смотрим, тут еще одна машина. Мы поехали, там, можно сказать, из-за нее. Ну как, из-за тока, из-за нее. И фуму глядели. Так просто глядели. Брать ничего пока не собираемся. Также вот с девяткой тут проблема, вот, ну с десяткой есть, не заводится ни хрена она, короче. Взяли на барахолке лыжи на снегоход, скоро займемся снегоходом. Ну сейчас вот будем пробовать разбираться с ней. Мне кажется, здесь подсос идет воздухом под коллектор. Вот он говорит, бензина, говорит, плесканут, оно заводится. Может, бензина нет? Ну, кстати. Где эти отвертки, кстати, далеко? Давай отвертки. Лыжи такие, мы купили. Маски на снегоход еще, лыжи со скандика. Ну не лыжи это, накладки нам лыжи. Ну самые маленькие. Нам большие сильно лыжи не надо. Где-то, наверное, 1.10 м они длиной будут. Вот такой профиль. Рост пластик. 3000 за пару отдам. Ну я потом еще видео про снегоход расскажу. А это будет про маленький скутер Метеор. Пойдем посмотрим, бензин идет нет. О, нет, качаем. О, так это вода. Слушай. Вода, ну. Он говорит, плеснешь и хайло заведется. И воды налили, похоже. Воды в бак налили, но. А вот что, бак закрывается? Ну, закрывает. Вот он. Даже не пахнет. Воды в бак налили. Да вон она, даже капли видно. Ну, ну и что, он мозги палит? Все, сейчас заводим, все. Бензин надо. Ну, вот я не поеду никуда. Ну а что, по наросту что ли? Ну смотри, иди. Возьми шланг в руки. Ну, посмотри, что с него будет. На воду сразу видно, она видишь, как течет. Что это, бензин хочешь сказать, что ли? Вода голимая, блин. Вот и вся причина. У меня мелькала мысль воды на двери туда. Но подъезд стоял 2 месяца. Что мы зальем, все брызжет, бьется на. Они работают, зальем работают. Потому что вода. Так, ну сейчас мы посливаем. Да ее бы полторашку поставить, завести бы, чтобы она сама сливала. Там поди еще бензина много. Плеснули мы. Не, там, кстати, сейчас может быть это. Не все это вода. Ну, за мостом слева и справа. Ага. Я говорю, тут может не все вода-то. Вроде сейчас вот как бензин пошел. Угу. Угу, понял. Думаешь, конденсату штука нахуярила? Да может быть. За это время. В принципе, это вот как бы вроде и бензина нет. Сейчас. Сейчас вот. Карбюратор сам не вскрывали? А? Вскрывали. И что там? Чисто все было. Не, ну не вода там? Единственное, не вода, не видать, ни воды было, ни этой хуйни. Единственное, вот эти прослабленные были сильно. Ну давай, короче, сейчас я вот туда плесну. Надо заводить. Не, подожди, не надо. Да вроде бензин. Ну, вот это бензин. Вот это. Сейчас, короче, давай попробуем. Что получится. Завести. Задняя там включена. Вон на дне вода стрит. Ну. Нет, наверное, просто там столько конденсатора. Я гляну, маску. Смотри.
бензин вверх всплыл. Что-то с бензином, мне кажется, это все. Может, она где хренового бензина залила? С водой. Масло вроде есть. Ну-ка, давай попробуем. Ты зря подсос закрыл. Закрыто, убери подсос. Давай пробую еще раз. Не газуй, не надо, не газуй. Подожди, подожди, сейчас. Бензин ушел. Бензин ушел. Ну-ка давай, пробуй. Дай-ка газ ей в пол сейчас. Да, блин, заслонку не вытаскивай. Давай, заводи. О, что-то у тебя прострелы странные идут. Ну-ка давай еще. Ну ее залило сейчас. Дай я сам подложу. Дай, вот она тогда у нас не заводилась из-за этой хуйни. Горючки не хватает. Ну давай еще заводи. Че говоришь? Подсоса нет. Да он выдернутый уже, ты его затащил. Ну, он закрыт заслонкой, а все равно ей не хватает, ей горючки. Ей что-то горючки не хватает. Давай отвертку фигуру, надо карбюратор скрыть. Там, по-моему, жуклеры топливные забиты. Вы же топливные-то не смотрели по-любому. Скрываем, смотрим жуклеры на карбюратор топливный. Поплавок. Вроде. Да там грязище. Уровень маленький сделан. Ну. Блес. Конечно. Он заедает поплавок. Да ничего не работает. Не, абсолютно ничего. Так, отвертку надо отдрыть потоньше. Там тоненько есть под жуклёры? Нет. Как это не убрать?
Он и насос ускорительный не работает. Смотрите, да. Везде вода. Все поокислилось. Покажи окислитель. Белое все, но окислилось. Шарик заклинил. Ржавчина. Ёлки-палки. Короче, не заводилась она из-за воды. А тут еще постояла, сейчас вообще писец. Ржавчина. Шарик заржавел, вон, заходил. И ты что, одна была? Да и то еле-еле. Короче, слона надо менять. Сейчас видишь, зима будет. Она это. В принципе, зимой вода замерзнет как-то. Тут какой-то маленький это эффект работы будет, она. Зима будет без этого. Там ускорительный насос. Не фурочит. Да не, он не ускорительный. Клапан-то не закрывается там. Короче, не работает ничего. Короче, походу тут экшен пикшен. Они вот жиклеры сейчас вот этим холодцом все забились. И он толком не работает, поэтому. Это вода. Понял. Собираем на место запчасти. Брата. Промыли как смогли его. Я думаю, сейчас заработает. Просто машина стояла с водой долго. Не знаю, как она сейчас будет ехать, конечно, на воде, но я думаю, будет. Карбюратор пока чистый, конечно, будет выеживаться, я думаю. О, какой? Кардик еще будет. Что, какой-то он весь заваренный? Хлебовоз, наверное. Нет. Это не хлебовоз, это автобус был такой. Дом на колесах. И ну, применение же находится, но какое-то. Возишь? Не знаю, что это. Место будки? Кабзики. Да. Да они сейчас школьные, все кабзики. Не, ну вот такие-то старые-то, их уже нету. Я на старом ездил. Где? Со школы в КДЦ. Мне у него дверь нравится, как он открывается. Там палка такая у водителя. Дрык, рычаг. Рычаг так, шик, ну. Они сейчас новые, которые газик удают. Тоже как кабзик. Ну это кабзик тоже. А, также рычаг там новая сделал. Модель. Этот на базе 53-го делался. А эти 33-х на базе. Вся разница. Ладно, прикручиваем сейчас. Будем пробовать. Сейчас бензилинчик покачнем. Бежит не туда. Ну-ка крутни чуть-чуть. Тут еще шланги стоят, не бензиновые, а этот тормозной. Красный, видишь, шланг вот этот. С классики. С тормозной ведь. Так. Ладно, сейчас будем пробовать. Блять. Thank you.
Включи зажигание. Надо это. Опять же клепочка. А он сейчас вентилятор сработал. Ну и забивай этого же клепочка. Это модный парень. Ты маленько поработал сколько. Опять вода не попалась, это белый грязь. Вода. Вода попадает и не продали ее. Ты что, снимаешь? Ну, третья скорость. Ну, сейчас тут хорошо работала она, да, сперва там, пока я не погазовал. Видишь, погазуешь, вода раз, попадет капля. Электроклапан работает. Ну-ка, иди запусти. Короче, пипец полный. Налили воды в бак. Ну-ка, подсос, давай. Еще попробуй. Сразу еще. Стой, подожди-ка. Давай скру посмотрим. Что-то, блин, опять. Давай. Есть, сразу, есть. Да ёпта, думай. Давай. Ну, вода, смотри, хлещет, это же на карбюраторе. Брызги воды. Вода херначит. Я не знаю, надо сливать бензин, походу. Замучимся. Там больше, чем полбака показывает. Вода херачит. Вон, капли. Ну, вон прям капли. Смотри, куда я руку уже подставлял, аж тут вода забрызгает. А вон на воде машина не будет работать. Это вода, и она на воде не работает тупо. Вот, все. Надо, короче, бензина в полторашку. Вот этот шланг опускать. Какой-нибудь шланг надо еще один. Полторашку ставить сюда, пусть она работает. А этот, чтобы качал другую полторашку или бутылку. Понял? И сколько процесс займет? Ну, будет работать, ну, блядь, ну, мотор главное, чтобы работал. Чистого бензина сейчас налить в полторашку. Без воды. Будет работать, стоять и сливать бензин. Да недолго нафиг, минут за 20, выкачивать за 30. А так нафиг мы вообще замучимся. Мам, не доехать никогда. Но надо сливать его весь. Воду с него выливать, он вон на вода-то отстаивается, вон. Неси еще полторашек, шланг какой-нибудь найди еще. Канистрочку можешь, если есть лучше. Вот скачали сколько бензина. Литров 12 скачали. Ну 10 ключик надо. Все, собрали, сейчас на веревке дотащим. Ключ, давай.
неохота ехать, сразу натащимся на веревке. И заправимся. У нас есть веревка в устике? Мотор вроде работает, залили мы пятерочку, бензина не потащили на веревку. Там бензин стоял, сейчас на заправку доедем, полный бак и погоним, что будет 200 км. Ну, если что-то будет, дорога может покажет. Все работает заднюю включил. Резина Тунга. Зодиак. Включай вторую и... Куда он поехал? Направо? Ну. Блядь, да он еще скоростя включать не умеет, да. С третьей трогается. Смотрите, это капец. Тоже шестеренок, смотри, кстати. Что там на нем есть? Телевизор — это восьмерки. Рычаги — это ноги. А, ну... Пули — это болты. Балка там, да? Я посмотрю. Балка. Шестеренки, сателлиты. Задний мост жигулевский, редуктор. Редуктор? Нет, это, по-моему, девяточный. Рок супер, да, ВВС? А такой же, смотрите.